Ну а перед началом данного видеоролика, дорогие друзья, передаю привет бойфренду 233, мистеру Джетсиксу 2005, Сигруле Мастерплею, пользователю под ником ГХГХГХГХ, ну и конечно же Крипкрафту и Леонардо Икджему. Привет вам большой, ребята, от меня. Ну что же, всем здравствуйте, дорогие друзья, внучата, с вами я, снова бабушка Валя. И сегодня в игре Geometry Dash мы пройдем довольно-таки сложный демон, который входит в топ-10 демон-листов Geometry Dash игры. Не обращайте внимания, это я сегодня в Clash Royale переиграла. Так, где этот ваш демон? Называется он Ачерон. А, сюда нажимать надо. Вот он. Get it. У меня даже музыка скачанная. И на счет раз, два, три мы начнем его проходить. Всем понятно. Итак, три, два, один. Let's go play. Чуть такое. Так, все, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Всем понятно, как нужно проходить. Вот так вот. Раз, два. Вот здесь зажать чуть-чуть. Вот так вот. Тайминг небольшой. Дальше переходим к новой части, которая уже близится к середине уровня. Она не такая сложная, как кажется. Ее просто нужно заучить. Всем понятно? Вот так вот надо проходить. Вот здесь вот так. Оп, оп, оп. Три, два, один, три, семь, восемь. Один, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут нужно запомнить такую... Тут нужно запомнить кое-какую... закономерность. Еще раз показываю. Так, но не всегда бывает с первой попытки проходится, бывает и с другой попытки. Сейчас все получится, поехали. Так, let's go. Йоу, йоу. Так, 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 так. 3, 2, 1, оп, оп. Зажать, нажать, нажать. Раз, два, три. Угу. 3, 2, 1. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, как я вам и повторял в прошлый раз, минуту назад. Так. Угу. Тут вот такие вот небольшие мемори уровни, части, точнее, оп, 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 оп. Все отлично. Все супер. Так, оп. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8. И вот тут небольшой секрет вей сейчас будет, я вам сейчас покажу. Во, видите, видите, я вот сквозь вот эти штуки пролетела. Так, раз, два, три, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И финальная часть, завершающая. Оп, 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 и перепрыгиваем. Все, я прошла. 10 медалек, 1000 орбов, 500 точнее. И Верифет. Не сказал бы, что по сложности слишком сложно, его просто нужно натренировать по-хорошему. Если его не натренировать, будет, конечно же, сложно. А так я прошла за 2 минуты. Даже меньше минуты, 2. Ну вот, вот так вот я и прошла уровень, дорогие внучата, друзья. Я уверена, всем понравилось мое прохождение, так что показывайте своим друзьям, как я прохожу. Учитесь у меня, спрашивайте советы в комментариях. Я на все отвечу. Ну или Паша ответит, это же его канал. Он меня просто позвал на одно видео очередное. В общем-то, вот так вот я и прошла демон. Советуйте, пишите в комментариях, какие мне еще демоны пройти, я обязательно пройду. Ну а я вам желаю, как всегда, крепкого здоровья, счастья, благополучия, и чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока.